Всем привет! Я готовлю, значит, обед на завтра. Вот так у меня еще я только пустила картошечку. Это у меня картошка с мясом, и только вот закипает. В общем, пустила картошечку, вот поварится. Там, значит, мясо, томат, лук и картошечка. Вот. Это я делаю обед на завтра. Кто захочет, тут возьмет. У меня еще рисовый суп там есть. В общем, то, что захочет. Вот так у меня начинает кипеть. Вот такая вот картошечка. Сейчас я накрою и убавлю, пусть она готовится. Я перекрутила вот мясо. Хочу сделать, пожарить котлетки. Я сейчас жарю котлетки домашние. Так у меня жарятся котлетки. Сейчас я почищу картошку, пока они пожарятся. У меня, я сейчас почищу картошку, отварю и делаю пюре. Вот такие вот домашние котлеточки. У меня еще сегодня на ужин вот такие вот галушки с мясом, с фаршем. Сейчас я попробую вытащить. Вот я их перевернула, потому что я их делала первый раз. Я их перевернула, потому что верхушечки у меня были, видимо, нужно их делать более в такой глубокой посуде, чтобы все эти ракушки были закрыты водой. У меня получилось так, что ракушки, верхушка получилась, и мне пришлось их переворачивать, чтобы у меня верх тоже приготовился, был готов. Вот, и в общем, ну так я попробовала, вот ничего, вкусненько. Похоже на пельмени. Вот. Я сходила в магазин, у меня сегодня такие покупочки. Значит, яблоки 2 килограмма, тут больше, чем 2 килограмма. Мандаринки взяла, буханочку хлеба взяла. У нас вот такой хлеб, мне нравится. Корм кошкам взяла. Вот, взяла конфетки в чай. Сказала, что вкусно, что-то типа мармеладок в шоколаде. Вот, взяла 2 кефира, молоко, баварские сосиски. И взяла еще масло и маргарин, чтобы печеньки печь. Мы вчера пекли печеньки, но я вот их не заснула, мы все скушали. А вот. И взяла, значит, масса сладкая с цукатами, творожная масса. Такая вкусная, мы все время берем. И взяла на пробу, вот у нас вот такие в магазин привезли. Это соус. Соус майонезный, сметаной, с грибами. Ну, первый раз взяла, не знаю, не пробовали. Первый раз взяла, попробуем. Ну, такие вот у меня сегодня покупочки. Вязала платье, хотела показать с изнанки его сначала. Вот здесь у меня все, значит, прошито это, крючком. Вот, ну, в общем, рукава, все. Ну, вот такой вот оно у меня с изнаночной стороны. Вот такое получилось. Вот, сейчас я его выверну, покажу, а потом мы его оденем. И я покажу. С лицевой стороны все цепляется. Вот, вот такое, в общем, получилось платье. Горловинка вот такая. Горловинка растягивается. Рукавчики вот такие получились. Вот. В общем, все, связала. Вот. Сейчас оденем и покажем. Ну вот. Я связала платье, мы одели. Вот так вот выглядит оно. Вот. В общем, вот. В общем, вот так вот получилось. Моя дочь не хочет сниматься. Да, не хочу. Вот. В общем, вот так вот у нас получилось платьишко. Ну, поверни спереди. Вот. Ну, в общем, неплохо, хорошо. Вот. Вот такое вот платьишко у нас получилось.